Добро пожаловать или с возвращением на мой канал. Меня зовут Сергей Королёв, и перед началом я хотел бы сделать небольшое объявление. В последнее время многие спрашивают меня, что делать, если заблокируют YouTube, и как не потерять связь с каналом. Хочу сказать, что я планирую продолжать вести этот канал, поэтому если вы еще не подписаны и вам нравится этот канал, то обязательно подпишитесь сейчас. И я рекомендую вам установить VPN в случае блокировки YouTube. Также вы можете найти нас на нашем сайте spasibog.com. Там будут выкладываться новые видео и постепенно добавляться старые записи. Также есть телеграм-канал, где я буду добавлять новые и старые записи. Поэтому если вы хотите оставаться на связи, то в описании вы можете найти ссылки на эти площадки. Я хочу отдельно поблагодарить всех, кто поддерживает в этот трудный момент. Всех, кто пишет добрые пожелания. Спасибо вам, друзья, это очень ценно сейчас. Берегите себя, давайте поддерживать друг друга. Приятного вам просмотра. Сегодняшняя практика направлена на восстановление своего положительного энергетического баланса и улучшение атмосферы домашнего пространства, которые могут быть уязвимы вследствие всевозможных посторонних негативных воздействий, вследствие проявления агрессии, негативных переживаний, стрессов и тому подобного. Я проведу вас шаг за шагом в глубокую медитацию, где вы сможете войти в контакт со своей внутренней духовной энергией и, следовательно, сможете через нее очистить и гармонизировать вашу ауру и энергетическое поле окружающего вас пространства. Вы можете использовать эту медитацию всякий раз, когда вы чувствуете необходимость, а также в те особые моменты и ситуации жизни, которые снижают вашу энергию, энергию вашего дома и, следовательно, тех, кто в нем живет. Присядьте, как вам удобно, в месте, где вас никто не побеспокоит, и где вы можете расслабиться. Закройте глаза и переведите внимание в ваше дыхание. Просто наблюдайте процесс вашего естественного дыхания. Наблюдайте, как вы вдыхаете и выдыхаете, без всяких напряжений. Ритм вашего дыхания может сказать многое о том, в каком вы находитесь состоянии. Вы просто наблюдатель. Наблюдайте, как происходит вдох и выдох. И сейчас установите контакт со своим телом. Сделайте глубокий вдох и переведите свое внимание в ваши ноги. Попытайтесь ощутить ваши стопы, икроножные мышцы, колени, бедра. И проговорите про себя в уме: мои ноги начинают расслабляться. Еще раз скажите: мои ноги начинают расслабляться. Сделайте еще глубокий вдох и переведите внимание в свои руки. Ощутите пальцы рук, кисти рук, предплечья, плечи.
и скажите про себя: мои руки начинают расслабляться. И ощутите, как руки постепенно становятся более легкими. Руки полностью расслабляются. Повторите еще раз про себя: мои руки начинают расслабляться. Сейчас сделайте еще глубокий вдох и переведите внимание в область живота и область груди. Ощутите мышцы и органы живота и груди. И повторите про себя: мои мышцы и органы области живота и груди начинают расслабляться. Еще раз проговорите: мои мышцы и органы в области живота и груди начинают расслабляться. Теперь сконцентрируйтесь на вашей спине. Сделайте глубокий вдох и ощутите вашу поясницу. Ощутите мышцы вдоль всего вашего позвоночника. И скажите в уме: мои мышцы спины начинают расслабляться. Ваша поясница, мышцы вдоль всего позвоночника начинают полностью расслабляться. Еще раз повторите: мои мышцы спины начинают расслабляться. Сделайте еще глубокий вдох и переведите внимание в вашу голову и лицо. Ощутите вашу челюсть, щеки, ваши веки, глаза, ваш лоб. Ощутите кожу головы. И повторите в своем уме: мышцы моего лица и головы начинают расслабляться. Еще раз повторите: мои мышцы лица и головы начинают расслабляться. Сейчас сделайте глубокий вдох и попытайтесь ощутить все ваше тело. Повторите в уме про себя: мое тело расслабляется все больше и больше. Сделайте еще глубокий вдох и еще раз скажите: мое тело расслабляется все больше и больше. Сейчас, когда ваше тело расслабилось, полностью представьте свою фигуру так, как будто вы смотрите на свое тело со стороны. И обратите внимание, видите ли вы какие-либо следы на своем теле темного цвета или следы, которые вам не нравятся, беспокоят вас и от которых вы хотели бы избавиться. Просто наблюдайте. Не нужно думать, что это, откуда это.
не нужно никаких суждений. Также обратите внимание на энергии, которые вас окружают, и попытайтесь ощутить вибрации, которые вас сопровождают в настоящий момент. Возможно, при наблюдении за собой и окружающим пространством вы ощутите вибрации, которые вас сопровождают в настоящий момент, в виде тяжести, холода, тревоги или дискомфорта. Но не беспокойтесь, просто наблюдайте. Вы полностью контролируете это пространство. И когда вы увидели или ощутили это негативное присутствие внутри вас, переведите внимание в центр груди, примерно в область сердца, откуда берется самая мощная энергия во Вселенной. Это энергия безусловной любви. Представьте, что в центре вашей груди есть светящаяся сфера. Свет этой сферы можете выбрать таким, какой вам нравится. Он может быть тепло-желтым или ярко-белым. Доверьтесь своим ощущениям в выборе цвета этой сферы. Этот шар имеет интенсивный яркий свет. То, что вы наблюдаете, это чистейшая божественная энергия, которая есть в каждом из нас. И в центр этой светящейся сферы не может проникнуть ни одна негативная энергия. Вы полностью контролируете эту сферу. Уделите некоторое время, чтобы хорошо представить этот божественный свет. Сейчас мы увеличим эту светящуюся сферу так, чтобы она осветила все ваше тело, защищая вас своей божественной энергией. С каждым вдохом эта сфера наполняется божественной энергией, которая приходит из Вселенной, от Творца. Это бесконечная энергия. И с каждым вдохом эта светящаяся сфера становится все больше и больше, до тех пор, пока не охватит все ваше тело. Дышите глубоко и наблюдайте, как божественный свет становится все больше и полностью вас заполняет. Все ваше тело полностью охвачено светящейся сферой. Это энергия, которая вас защищает. Помните, что внутрь этой сферы не может проникнуть ничего плохого, никакая негативная энергия. Все плохое, вся негативная энергия исчезает и покидает ваше тело. Поэтому сделайте еще несколько глубоких вдохов, ощутите, как энергия наполняет ваши легкие и протекает по всему вашему телу. Вы есть часть этой энергии. Все плохое исчезает. Вы полностью наполнены божественной энергией.
Вся ваша аура полностью очищена, и вы абсолютно защищены. Сейчас попробуйте понаблюдать за вибрациями внутри и вокруг вас. Потратьте несколько секунд, чтобы понять и ощутить, что окружает вас и заставляет вас чувствовать себя хорошо. Почувствуйте глубокое состояние покоя и умиротворения. И сейчас, когда вы полностью очищены и защищены, вам легко и спокойно. Позвольте этой энергии свободно двигаться и продолжать распространяться в окружающем пространстве. Продолжайте дышать. Энергия увеличивается и становится все более яркой. И с каждым вдохом энергия сферы становится все больше. Сейчас сфера заполняет всю комнату, в которой вы находитесь. Ее энергия положительно влияет на всю окружающую атмосферу, которую она охватывает. С каждым вашим вдохом ее размер увеличивается, и сфера становится все больше и больше. И сейчас она становится такой большой, что охватывает пространство всей вашей квартиры и всего вашего дома. Она такая яркая, что похожа на солнце. Солнце, которое излучает свой свет всему, что находится в его окружении. Попробуйте представить, как лучи света, их тепло направлены всему, что находится вокруг вашего дома. Этот свет бесконечен. Побудьте некоторое время самим собой, чтобы насладиться светом этой божественной энергии, которая окружает вас и ваше пространство. Продолжайте дышать так, как вам комфортно, без всяких усилий. Хорошо. Теперь, когда вы очистили и зарядили положительной энергией свою ауру и энергетическое поле окружающего пространства, позвольте себе оставить образ светящейся сферы и постепенно, в комфортном для себя темпе, вернитесь в момент здесь и сейчас. Можете сделать глубокий вдох и на выдохе ощутите пространство вокруг вас. Сделайте еще глубокий вдох и ощутите ваши руки, ноги, ощутите все ваше тело. Thank you.
когда вы будете готовы, можете спокойно открыть глаза. Ощутите, как вы себя чувствуете. Можете написать в комментариях свои ощущения. Я благодарю, что выполнили эту медитацию. Можете повторять ее каждый раз, когда у вас появится такая необходимость. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч, друзья.